Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Від правильного планування залежить успіх усього року. Тож, як це зробити вдало, аби весь ваш наступний рік вдався? Ми дізнаємось від гостя, який вже є в нашій студії. Це Андрій Воробей, психолог, сімейний психолог. І пан Андрій розкаже нам, як же правильно підготуватись і обрати той шлях, який допоможе вам здійснити усі задумані мрії. Добрий день, пане Андрію. Добрий день. Отож, починаємо планувати. І планувати потрібно заздалегідь. На ваш погляд, це робити треба вже зараз чи почекати трошки? Ні, треба робити це зараз. Я на русский перейду. Будь ласка, так. Желательно определиться сразу з тим, зачем я це все планую. Да? Тобто, чого я хочу достичь в конечном итоге. Для этого необходимо определиться. Ну, есть такое слово «миссия», да, то есть определиться с тем, что я хочу дать этому миру, людям, что они скажут после того, как я это им дам, как они меня увидят, услышат, почувствуют. Вот, и желательно перед тем, как составлять план на год, подумать о том, как раз у нас такая пауза есть, да, у нас будет католическое Рождество, будут выходные дополнительные, и, возможно, выделить несколько часов для себя, посвятить. И подумать о том, как я хочу улучшить этот мир, как я хочу в нем себя чувствовать, что я хочу видеть вокруг себя, каких людей я хочу видеть вокруг себя, как я могу им подарить радость, тепло свое, любовь. Ну, така місія. Це вже ви говорите про такі великі цілі і таку серйозну місію, на яку не усі спроможні. Переважно люди думають про матеріальні складові. Можливо, хтось хоче щось придбати, в когось там немає квартири ще поки що, там, чи, наприклад, автомобіля, чи такої роботи якоїсь, яка приносила би задоволення і звичайну винагороду. А можливо, хтось не має ще дітей. Ну, тобто, взагалі, такі, знаєте, більш приземлені мрії є у людей. А ось ви сказали про таку серйозну місію. Чому саме про це треба думати, на ваш погляд? Потому что когда мы идем к той цели, которая, возможно, даже лежит за пределами нашей жизни, мы можем получить и квартиру, и детей, и деньги. Кстати, деньги – это аплодисменты мира нашим способностям. Вот. И когда мы реализовываем свою миссию, мы выстраиваем тогда планы свои. Более длительные – это 3-5 лет, да? И более краткосрочные – на год. И когда мы понимаем свою конечную большую цель, мы тогда можем ее разбить на маленькие этапы. То есть слона едят по кусочкам. Угу. То есть миссия – это такой большой слон. Такой немножко бывает даже розовий, да? Чуть-чуть. Ну, це ви якраз про нього сказали, так? Тобто це така велика ціль, велика задумка ваша, до якої треба постійно прагнути. А частково це ті плани, які вам вибудуються на рік. І вам треба цей рік якось спланувати, так? Ну, переважно про це люди й думають. Так от, як це зробити правильно? Аби все, що ви запланували, воно дало вам сили, щоб ви не виснажилися наприкінці року, як переважна більшість людей, просто вже цей грудень, вони вже просто його ненавидять, тому що все накопичилося і все треба зробити. Да, ви все правильно говорите. І чому велика ціль? Щоб ми не зациклювалися на годових. Мы очень хотим много достичь таким вот глобальным рывком, да, гипер такой прорыв вот за год. Я вот сейчас напланирую себе всего, насочиняю таких вот карт желаний и постараюсь за год выполнить. Но мы переоценим год, потому что год пролетает очень быстро. И в конце года, получается, мы большие цели свои не выполнили, и мы расстраиваемся. Поэтому у нас энергия просаживается. А если мы планируем большую цель, потом 3-5 лет и год, и от года планируем 3 месяца, полгода, 3 месяца, месяц и понедельно, да, и подельно. То есть ведем дневничок и отмечаем свои успехи, да, достижение той большой цели. Тогда получается у нас каждый год складывается, знаете, как пазлы, то есть домик строится, как кирпичики или лего. И мы каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год складываем большие кусочки. И у нас получается красивый такой дом нашей мечты.
А ви знаєте, пане Андрію, мабуть, ви якраз зараз дали багатьом розуміння про те, чого дійсно треба прагнути і до чого йти. Тому що, якщо ми будемо думати про таку велику думку, про такі великі цілі, то усе решта, воно просто буде підтягуватись. Так. І ми саме по собі можемо отримати усі винагороди. Фінансового плану, наприклад, чи це будуть робочі якісь моменти, чи щось ще, задля того, аби ми здійснили ту велику мрію. І не зациклюючись на цьому, все буде даватись легше. Набагато легше, бо ми, коли ставимо маленькі цілі, ми їх достигаємо, да, в процесі, то ми отримуємо якесь удовольствие від того, що ми достигаємо. Да? І для того, щоб достичь большую, действительно все притягивается, потому что мы, получается, как состояние потока, да? Угу. То есть мы идем к этой большой цели и замечаем маленькие кусочки, которые будут туда втягиваться. Вот. Но очень обязательно, очень важно отмечать эти достижения чем-то положительным, закреплять положительные якоря. То есть например? Поставили какую-то маленькую цель. Ну, например, побирать в доме, да? Навести порядок. И вот навели порядочек, помыли посуду, разложили вещи, подсели, приготовили себе чаек, что-то вкусненькое, сели в кресло и полюбовались этим. Какой я маленький, какой я умничка. Себе треба трошки похвалити. Обязательно. Так? А, до речі, пригощайтесь чаєм з холоду. А, пане Андрію, знаєте, от завжди люди діляться, поділяються на дві такі категорії. Одні дуже швидко виконують усе, і у них їхні мрії не затримуються надовго. А інші люди так довго йдуть до них, все щось намагаються і не отримують ні заданого етапу, не отримують нічого. І немає навіть таких, вже після того, як вони все зробили, немає заданих напрямків. Тобто людина розчаровується весь час. З чим це пов'язано? І чому одним людям дається, а іншим ні? Ну, тому, як ви говорите, скоріше всього, люди виконували не свої цілі. Вот я в последнее время сталкиваюсь с тем, что многие мои одногодки, либо чуть-чуть помладше, высказывают такую мысль, что вот я поступил в институт, как родители рекомендовали, что я вот стану финансистом, я буду богатым. Но родители видели это со стороны и не знали, как это внутри все происходит. И человек поступает, учится, идет в эту профессию и к 30 годам разочаровывается. Вот. И, скорее всего, то, что вы говорите, это связано с тем, что человек выполняет не свои цели. А як дізнатися, що це ваші цілі? Ну, ніхто, мабуть, не відмовився від того такого запиту бути багатим, так? Звичайно, що ця людина теж хотіла. Але виконуючи іншу роботу, яка вам не лежить до душі, це, мабуть, справді невиправдано. І отут треба зрозуміти, що ваше і як ви будете йти. І чи зможете ви потім сказати собі, що справді я пройшов цей шлях, я не дарма це зробив? Я тогда расскажу одну технику. Она подходит как к большим целям глобальным, так и к маленьким, и повседневным. Вот. Это то, что вы говорите о том, чтобы человек дошел до этой цели, не разочаровался. То есть очень важно, опять же, выделить себе время, либо пойти к психологу, если есть такая возможность. Желательно, чтобы кто-то нас прокалибровал. Либо, если вы можете быть с собой честным, тогда делать таким образом. То есть выделить себе час. Сесть, выключить все смартфоны, телевизоры, и чтобы вас никто не отвлекал. И представь, что вы достигли эту цель. Вот. И желательно очень явственно представить, чтобы это вы видели непосредственно, где вы достигли эту цель, когда вы ее достигли, кто вас окружает, и прочувствовать себя в ней. То есть, знаете, как примеряют одежду? То есть вы одели, костюмчик вам понравился, и пришли в магазин, выбрали цвет, размер, зашли в примерочную и одели. Да? Вы когда его одели, вы смотрите на себя, посмотрели, вроде как хорошо. Выходите, если вас кто-то сопровождает, то спрашивает, как мне? И вы слушаете, как на вас костюмчик сидит. И тогда примеряетесь, мой это костюмчик или не мой. Да, там подвигались, может быть, где-то присели, и ощутить свои чувства, как мне хорошо. И если в этот момент вы ресурситесь, да, то есть вам хочется выйти на люди, да, показать себя, вот какой я, тогда это ваша цель. А если же вы одели его, и ну, как-то некомфортно, знаете, хочется его снять, где-то давит, как-то ткань нравится, и цвет вроде под глаза не подходит. И выходите, вам говорят, ну, вроде бы твое, но как-то что-то не сидит. Да это не ваша цель. То есть очень важно не просчитывать, да, планировать свою цель, как я ее достигну, а изначально попасть в нее, да, немножко перенестись во времени
і почувствовати, як це мені буде, коли я достигну цю ціль. Ви знаєте, це дуже класна техніка, насправді вона працює і робоча. Але зараз останнім часом з'являється багато людей, в яких немає таких задумів взагалі. Тобто вони не знають, ким би вони хотіли бути. Вони одразу не розуміють, чи так буде, чи інакше, чи зможу я впоратись, чи моє це, наприклад. І дуже часто вони, пробуючи щось одне, переключаються на інше. І ось так можна бігати усе життя і нічого не досягнути. І аж в такому віці вже досить таки зрілому людина нарешті розуміє, що це було моє. І ось тут треба зупинитись. Це так повинно бути? Це шлях? Да, це путь. В тому числі у мене так путь сложився. Я женився рано, в 19 лет. От у мене перший дитина 19, родився второй 21. І я почав займатися столярними ізделіями. И для того, чтобы кормить семью. И не то, что мне сильно так нравилось или не нравилось, но это была необходимость. У меня была ценная семья. Я реализовывался. Вот. И только года три назад я начал заниматься непосредственно психологией. То есть мне было до этого интересно, философия, религия, психология. Но конкретно смог я заняться только тогда, когда у меня чуть-чуть детки подросли. Вот, и я смог немножко освободить времени для себя. И заняться тем, что, чему лежит моя душа, мое призвание и то, чим я хотів би займатися всю оставшуюся життя. Угу. Вот. Ну і це приносить тепер вам більше результатів? Не хочеться повернутися знову до того, чим ви раніше займалися? А у мене ще є столярне производство, я цим бізнесом займаюся, але я делегирую свої повноваження другим людям. Я курирую, как бы наблюдаю. Ну, ні. Повернутися калібру вже не хочете. А ви ще й НЛП-майстер, тобто ви ще розумієтесь на тому програмуванні, яке може задати собі кожна людина. Да. Тож, чи може людина себе запрограмувати, наприклад, на успіх? Да. Чи може запрограмувати себе на досягнення на якісь? І ну, чому так легко це не відбувається? В чому там секрет? Секрет в тому, щоб це було твоє, тобто, щоб ти досягав свої цілі. Если мы не программируем себя сами, то нас программируют окружающие. Родители, учителя, либо работодатели, либо тех люди, которые, держава в том числе, тем, которые выгодны, то есть они нас используют. И мы не реализовываем свои цели. Поэтому мы не получаем ресурс, и мы просаживаемся. Поэтому одна из, то, что я проговаривал, визуализация, да, побыть в цели. И очень важно, есть техника НЛП-ХСР, хорошо сформулированный результат, которая заключается в том, чтобы пойти в этот результат, ощутить по вакам, то есть визуально, аудиально, кинестетически и осмыслить то, что с тобой произойдет по достижению этой цели, посмотреть, где, когда и с кем ты сможешь эту достичь цель, обязательно провести ревизию своих ресурсов, хватит ли тебе ресурсов физических, эмоциональных, временных, информационных, коммуникационных для того, чтобы достичь эту цель. Если мне не хватает каких-то ресурсов, я ставлю себе еще цели, где могу я их добрать. После этого я обязательно проверяю на экологию, как отразится достижение моей цели на мне и на моих близких, на моей семье, друзьях, родных, на моем профессиональном круге, ну и вообще, как для людей это будет, почему мы говорили вначале за миссию, то есть как это отразится на мире в целом. Поняв, что это экологично и хорошо, я планирую тогда следующие 48 часов, что я сделаю для достижения этой цели. То есть обязательно 48 часов. То есть прописали план. И ближайшие 48 часов делать первые шаги. Потому что если ближайшие 76, мы не 72 часа не сделали первые шаги, мы этот план ложим в стол. Відкласти, так? І забуваємо. Да. Забути про нього. Ну, звичайно, треба хапатись за мету дуже швидко. Пане Андрію, справді люди багато чого бояться зробити в своєму житті. Тобто десь нам комфортно, можливо, маленькі маємо якісь витрати, маємо маленькі заробітки, але ми боїмося, що ми можемо це втратити. І переходячи на новий етап і на новий рівень, нам страшно. Так. Як би ви порадили, чи треба вирішувати таким чином, тобто покинути поки що все те, що вас не влаштовує, і переходити на інший етап? Чи краще, не знаю, заздалегідь продумати, взяти ще щось до уваги? Мені понятні зарані планувати. Тобто мені більше треба превентивні міри. Тобто і зберігати те, що є, і понемножку це доращувати. Тобто система стремиться до гомеостазу, ентогенезу, тобто і к сохранению себя, і к развитию. Менше стресів, так? Да, потому что нам все равно нужна какая-то опора в этом мире, к которой мы можем вернуться, да, некое какое-то теплое местечко, где мы можем прийти в себя, обресурситься и пойти дальше.
То есть сохраняем то, что нас ресурсит, то, что нам дает положительные эмоции, тепло, и потихоньку добавляем. Ну, знаете, как хомячок. Так, обростає трошки, він так набирає те, що йому потрібно. Зараз люди ось перед Новим роком думають багато про що, але переважно пролітає час. А ось коли вже сидять за новорічним столом, то починають думати, от що я зробив за цей рік, на що треба свої зусилля направити, і що зробити того, чого не вдалося раніше. Да, это хорошо, и особенно когда не подумают об этом, сесть и провести инвентаризацию, да, этого года. То есть насколько я, что я достиг, что у меня получилось, и ассимилировать этот опыт, вобрать в себя. И когда я понять, что я хорошо, я молодец, я умничка, я окей, мир окей, из этого состояния уже подумать, а что я могу сделать в следующем году, да? Как этот следующий год приблизит меня к моей цели, да, о которой мы говорили изначально, к моей миссии. И было бы вообще классно, если бы каждый человек, вот, засыпая, да, думал о том, а что я сегодня сделал для осуществления своей мечты, да, той большой. И тогда, когда он будет каждый день потихоньку складывать свою копилочку, ну, курочка по зернышку, да, клюет, вот, потихонечку каждый день складывать по этому зернышку, то он обязательно в конце жизни обернется, посмотрит на свой путь и скажет, я молодец. Так, ну бачите, треба записувати, тому що ми дуже часто забуваємо. Ми щось зробили непогане, нам це сподобалось нашим рідним і близьким, але ось, мабуть, знаходяться такі депресивні моменти, коли кожна людина думає, ну щось не так, щось зі мною не так, можливо, є розчарування, чи там, наприклад, неправильно щось зробили. І все. І якби ми мали той блокнот, де було б записано, скільки ми зробили непоганого всього, то ми би зрозуміли, що це просто частинка нашого шляху. А так ми будемо думати про себе інакше. Справді треба мати такий блокнот? Да, чи ні? Це дуже класна техніка, називається «Дневник щастя». Я його теж веду. От у мене дітки ведуть «Дневник щастя». І кожен вечір садишся, виділяєш там, ну, буквально 5-10 хвилин і запишеш, що у тебе було хорошого за цей день. Тобто, чашечка чая. Погане не треба? Погане не треба писати? Ні, у нас виходить фокус внимания. Якщо ми акцентуємося на плохому, то у нас мир плохой. От ми збираємо информацию именно нехорошую, там, которая подтверждает, что я не окей. А акцентировать именно на хорошее, на микрособытия делают наш не только день, но и нашу жизнь. То есть, когда мы собираем вот эти положительные моменты, кто-то улыбнулся мне, да, кто-то сказал что-то приятное мне слово, я кому-то сделал приятно, подарил какую-нибудь там шоколадку, конфетку, либо сказал доброе слово. И вот это все записывать. То есть, кто мне было хорошо, какую-то информацию полезную знал, кому-то что-то передал интересное, познавательное. И когда мы в конце дня сели, уделили, пускай даже 5 минут, записали 3-4-5 строчек, и в конце недели, возможно, перечитали это, то жизнь совсем по-другому смотрится. Ну, ось так будемо робити. Андрій Воробей був сьогодні в нашій студії, психолог. Дуже вдячні вам за такі чудові рекомендації, позитивні. Вони спрямовані на досягнення великих цілей і великих задач. І так хочеться, щоб кожна людина подумала все-таки про свою місію, і, можливо, життя тоді буде зовсім іншим, налагодиться і вирішаться усі ваші проблеми. Усі ті, які були трошки поруч, але ми на них не звертали увагу. Дякуємо вам, будемо раді бачити ваші у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.